Мама, обед уже готов. Папа приготовит. Мне некогда, пусть готовит мама. Эдик, Ирина, вы сначала в комнате поубирайте, а потом и обед требуйте. Пусть Эдик поубирает, я хочу мультик про скричеров досмотреть. Ирина, я тоже хочу мультик про скричеров досмотреть. И вообще, это ты все разбросала. Ты кто со мной игрался? Я сама убирать не буду. Так, ребят, хватит там ссориться. Предлагаю баттл по диким скричерам, он и решит ваш спор. Если побеждаем в баттле мы с Эдиком, тогда, мама, ты готовишь обед, а Элинка убирает в комнате. А если мы, Элинка, с Эдиком проиграем, тогда Эдик поубирает в комнате, а я, мама, приготовлю вкусненький обед. Все согласны? Да! Вау! Элинка, мы 100% победим, потому что у нас есть вот такой крутой Shell Game. Вау! Он трансформируется в краба и точно будет крепко держать диск. А еще у нас в команде Ресетус, который превращается в саблезубого тигра. Круто, он такой классный. А для второго батла у нас есть супер дикий скричер второго левела. Мама, превратился в моржа. Девчонки, можете даже не рассчитывать на победу. Лучше подумайте, что вы нам будете готовить на обед. Думаю, что после скричер-баттла аппетит у нас будет зверский. Эдик, мы по-любому победим, потому что для баттла у нас есть Doom-кроллер. Вау, какой крутой! Папа, смотри, он превратился в тарантула. Класс, вот это скричер. А еще мы будем баттлить с Корнетом. Он быстрый и юркий, как муха. Папа, а для финального испытания у нас остается гейт-крипер. Кстати, Эдик, это богомол, который стреляет ракетами. Да, Эдик, гейт-крипер настоящий солдат. Я думаю, он беспрекословно будет выполнять все наши команды. Ребята, где будем баттлить? Элина, для баттла диких скричеров не нужно специального места. Мы можем начать баттл здесь и прямо сейчас. Отлично, тогда устроим баттл прямо на этом столе. Хорошо. Мы не против. Наша команда скричеров к баттлу готова. Наша крутая команда тоже к баттлу готова. Итак, объявляю первое испытание. Кто соберет больше дисков? В первом испытании будут принимать участие скричеры только первого уровня, поэтому второго уровня скричеров мы убираем. Выставляем скричер-диски на центр стола. Так, чем больше дисков, тем круче будет испытание. И победит та команда, которая соберет больше скричер-дисков. Первый раунд. Мы готовы, а вы? Да, мы тоже готовы. Мальчики против девочек. Да. Ребят, напишите в комментах, за кого вы болеете. Ну, конечно же, за мальчиков. Ну, за девочек тоже ставьте лайки, мы не обидимся. Все готовы? Да. Вперед, дикие скричеры! Ух ты! Так. Кто поймал диск? Мы с Эдиком поймали. Элинка не поймала. Мама вообще поймала. Элинка в первом раунде без диска. Ну, у нас только один диск. Ну ничего, это только начало игры. Второй раунд. Вперед, дикие скричеры. Ух ты! Так, Эдик подобрал, Элиночка подобрала, мама. А мой скричер без диска. Итак, ребят, счет сравнялся. У каждой команды по 3 диска. Продолжаем. И следующий раунд. Вперед, дикие скричеры! Ух ты! Так, схватил я. И схватила Элинка. Итак, в арсенале обеих команд прибавилось еще по одному диску. Продолжаем скричер батл. Четвертый раунд. Вперед, дикие скричеры! Ух ты! Один диск схватил я. Схватила мама, а Эдик с Элинкой пролетели. Пятый раунд, осталось всего лишь 4 диска. Вперед, дикие скричеры! Ой-ой-ой-ой-ой, так. В этом раунде поймал диск только с Корнет. Мамин тигр открылся, но... Элинкин краб тоже. Ну, вообще-то я поймала, но она упала.
упала под стол. Но Илюка это не считается. Да, в зубах у него нету ничего. И Эдик приносит мальчикам еще один диск. Осталось всего 3 диска. Следующий раунд. Вперед, дикие скричеры! Ух ты! Вот это да! Класс! 3 скричера захватили 3 диска. Мамин ресертус остался ни с чем. Так, смотрим, у кого сколько дисков. Итого у ребят 8 дисков, а у девочек всего лишь 6. Потому девочки в этом первом состязании вы проиграли. Итак, сейчас будет второе испытание. Папа, объявляй правила. Все очень просто, все очень легко. Вот у нас вдоль стенки выставлено 5 скричер-дисков. У каждого игрока будет 5 попыток запустить своего на выбор любимого скричера. И кто поймает больше скричер-дисков, тот и победил в этом состязании. Я буду играть своим любимым с корнетом. Так, ну выбор неплохой. Давай готовимся. Первая попытка. Дикий скричер вперед. Молодец! Вот это да! 100% попадание. Вторая попытка. Дикий скричер вперед. Молодец! Вот это да! Мастерски! Мастерски поймал золотой диск. Попытка номер 3. Дикий скричер вперед. Третья попытка, мимо, немного ты проматывал. Ну давай, готовься, сейчас будет четвертый пуск. Дикий скричер вперед. Молодец, красиво. Осталась последняя, 5-я попытка. Дикий скричер вперед. Молодец, опять в яблочко. И с помощью моего любимчика Скорнта я заработал 4 скричер диска. Теперь моя очередь. Ну, удачи тебе. Попробуй меня переиграть. Я буду батить ресертусом. Первый пуск. Вперед, дикие скричеры. Немного Элинка сильно разогнала и не поймала ни один диск. Вторая попытка. Вперед, дикие скричеры. Молодец, Элинка, во втором запуске. У тебя четкое попадание. Yes. Третья попытка. Дикие скричеры, вперед. Ух ты! Третий запуск у Элины был очень сильный. Рейсертус аж перевернулся, но он поймал победный диск. Итак, у Элинки 4-я попытка. Дикие скричеры вперед! Ай-яй-яй, развернулся скричер и не поймал диск. Сейчас 5-й запуск последний. Ты должна обязательно поймать диск. Дикие скричеры вперед! Молодец! Мастерски Элинка поймала синий диск. И в этом испытании я словила 3 диска. А теперь запускает папа. Я думаю, мой думкроллер меня не подведет. Сейчас я хорошенько прицелюсь. Ладно. Дикие скричеры вперед. Ай, не дотянул папа так. Папа немного. Так, папа, давай, за тебя болеет скорнет. Вторая попытка. Дикие скричеры вперед. Ух ты, получилось. Молодец. Получилось. Вот смотрите, ребята, мой тарантул как крепко поймал диск. Третья попытка. Дикие скричеры вперед. Ух ты! Ой, так, держи диск, уронил его. Папа, к сожалению, это не считается. Ты диск упустил, и тебе не засчитывается очко. Папа, давай, не подведи. Дикие скричеры вперед. Ух ты! Молодец! Молодец, папа. Смотрите, какой классный я диск поймал. Папа, ты молодец, но у тебя осталась последняя попытка. Дикие скричеры, вперед! Ой-ой-ой, не рассчитал, промазал. Итого я заработал 3 очка, меньше, чем Эдик, ну почти как Илинка. Мама, а теперь твоя очередь, наконец-то до тебя дошла. Да, я играю с Shell Game'ом. Дикие скричеры, вперед! Так, мама, промазала, промазала. Первая попытка мимо, но еще у меня осталось 4. Второй запуск. Дикие скричеры вперед. Ух ты, мама, ну молодец. Ура, получилось. Мама, у тебя 3-й запуск. Дикие скричеры вперед. Молодец, мама. 4-й запуск. Дикие скричеры вперед. Ух ты, мама, опять в яблочко. Ну что, я уже заработала 3 диска, у меня осталась последняя 5-я попытка. И я надеюсь, что я смогу догнать Эдика, и у нас сравняется счет. Ну попробуй, если сможешь. Дикие скричеры, вперед!
Ух ты, молодец, мама. Ну что, ребят, во втором состязании по количеству пойманных дисков между мальчиками и девочками у нас ничья. Но если брать конкретно, то Эдик с мамой набрали большее число дисков, потому они выходят в третье состязание. И третье состязание это у нас будет суперфинал. Ну а мы с Линкой будем за них болеть и их поддерживать. Да, да. В суперфинале у нас будут участвовать два суперскричера второго левела. Это у нас Battle Task, который трансформируется в Моржа, и Гей Криптер, который трансформируется в Богомола. И наши финалисты не будут запускать скричеров, они будут пытаться попасть в них скричер-дисками для того, чтобы наши суперскричеры при этом раскрылись. У наших финалистов будет всего 5 попыток, и кто больше раз попадет диском скричера и чей скричер больше раз трансформируется, тот и победил в суперфинале. В финале первым буду запускать я. Вот мои 5 дисков. Гейт Крипер тоже готов трансформироваться в Богомола. Ну что, Эдик, ты готов? Да. Давай, у тебя 5 попыток. Первая попытка удачная. Вторая попытка. Молодец! Вот это высший пилотаж. Я бы, наверное, Эдик так не смог. Эдик готовится к третьей попытке. Дикие скричеры, вперед! Молодец! Но я думал, ничего уже не получится. Чувствую, мне с Эдиком соревноваться будет очень тяжело. И последний, 5-й диск. Дикие скричеры, вперед! Молодец! Эдик, браво! 4 попадания. Мама, ты готова? Готова, но боюсь. Первая попытка. Мама, вперед! Так, мама, не доброс. Мама, давай, давай, сосредоточься. Вторая попытка. Молодец. Мама, смотри, твой дикий морж показал свои острые бивни. У меня начинает получаться. Третья попытка. Дикие скричеры. Вперед! Ух ты, мама, есть. Молодец. Ты чувствую, мама, успех. Ты меня догонишь. Так, крепко зажал диск. Отдавай сюда. И у меня осталось 2 попытки. Дикие скричеры, вперед! Ух ты, мама, опять в яблочко. 5-я попытка. Дикие скричеры, вперед! Ой, почти. Ура, папа, я победил. Молодец, ты не подкачал нашу команду. А что там наши девочки? Поздравляем вас, мальчики. Ну что, Элинка, ты иди убирай, а я пойду готовить. Они честно победили, их взяла. Девочки, не расстраивайтесь, мы вам поможем. Мы же команда. Здорово, мальчики, классно мы поиграли. Скричерс Батл, это, конечно, круто. Ребята, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И будьте готовы к батлу. У настоящего дикого скричера его скричер всегда с собой. А ссылка на мультик про диких скричеров будет под видео в описании. Всем пока!